Привет, друзья! Вы смотрите «Успею рвать». Значит, что в ближайшее время мы с вами с ветерком пробежимся по всем акциям, новинкам и раздачам Warface. Поехали! Warface обновление. Новый контент. Событие «Алый закат» вышло в свет. Зомби, вампиры, тыквы и привидения. Полный набор жути, веселья, динамичных боев и, конечно же, ярких уникальных наград в этот хэллоуинский ивент. Играйте в режим заражения с новым усилением «Могильщик», проходите спецоперацию и зарабатывайте валюту события. Она поможет приобрести уникальные новинки из серии «Вампир». А для наших любителей сладостей – уникальный промокод на метовую пушку сроком на 3 дня. Активации всего 100, так что успейте урвать. А пока зомби бушуют в развалинах, напомню вам о сезоне «Грозовые вершины». Улучшенная система ближнего боя, воскрешение культовых пушек и апгрейд механики коробок удачи — далеко не все, чем вас может удивить этот сезон. Ништяки буквально везде, давайте по порядку. Уникальные сезонные награды за рейтинговые матчи, эффектные камуфляжи и брелоки за прогрессию в новом боевом пропуске, набор снаряжения Сирока за первый заход в игру, ну и, конечно, знакомство с новыми агентами отряда Грифон. Агент Томас Кондор со своими Panzer Arms BP-12 и Taurus Raging Hunter уже давно с нами. А вот Райт Зин, инженер отряда, с новым пистолетом-пулеметом Famae SAP-200 и Sigsauer P-226 присоединится к нам со дня на день. У агентов есть задание для вас, а за их выполнение они с радостью поделятся своими внешностями, а также камуфляжами пушек серии Грифон на 3 дня. Информации уже много, поэтому бегом на промо-страницу, чтобы ничего не пропустить. Скажите-ка, а Super Warface 3D вам о чем-нибудь говорит? Любимая мини-игра снова доступна. Вам предстоит управлять небольшим шпионским дроном для добычи разведданных из здания мегакорпорации. Верьте в свои навыки и интуицию, только они смогут привести вас к победе. Заработанную валюту, кстати, можно будет обменять в хранилище на временные предметы, детали и крутые пушки. А также получить однократный бонус при покупке кредитов. Но это не единственный способ прокачать свой аккаунт. Конечно же, я говорю о ежедневных и еженедельных наборах. Содержимое наборов постоянно меняется, поэтому обязательно следите за изменениями. Вдруг что интересное заприметите. В еженедельных наборах у нас 600 кредитов, 300 деталей и 4 коробки удачи с крутыми пушками. В ежедневных же наборах 200 кредитов, 15 знаков возвращения, коробка «Грозовые вершины» и супер VIP-ускоритель на один день. При этом за покупку 4, 8 и 12 ежедневных наборов вы сможете получить внешности агентов на 7 дней. Мне вот лично нравится «Снайпер Волк», очень уж атмосферный. А вот за покупку 15 наборов можно навсегда получить одну из наград на выбор. Тут вам и «Ржавый керамбит», «Макпул DRC Саванна», «Браунинг Синерджи CX Мангуст» и многое другое. Ну а если вы давно не играли в Warface или вообще никогда не играли, для вас тоже есть кое-что прикольное. На экране QR-код с промо-страницей, по которому можно забрать набор на любимый класс на 15 дней. Так еще и в стильном камуфляже. Как я и говорил, акция распространяется не только на опытных игроков, но и на новичков. Так что новое место встречи с друзьями — Warface. Скорее зовите всех в игру. И не забывайте, что уже в эти выходные состоится финал 3-го сезона Astrum Лиги, где остались только самые топовые команды. Будут крутые матчи, обязательно приходите, смотрите и лутайте свои призы. Также вы можете общаться с нашей студией, передавать приветы при помощи хэштегов «Вопрос Лига» и «Привет Лига». Очень вас всех ждем. Ну а на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на этот канал, делитесь в комментариях своей добычей, ну а я еще вернусь.